На выход из автобуса готовьтесь заблаговременно. Что ты сделал? Ничего. Напугал. Верь в Бога, верь в Бога. Не сквернослов, не богохульствуй. Не богохульствуй никогда. Не богохульствуй никогда. Ты ничего не сделал. Молись Богу. Молись Богу Христу. Молись Богу! Помолись Богу! Вот черт! Мои очки! Молись Богу! Христу! Иисусу Христу! Молись Богу, Люциферу! Мы все должны молиться! Блин, чувак, ну ты реально навел на свое мнение! Это неприемлемо! Да потому что она меня НЛП боевое применила. Я молился, плакал. Нужно молиться Богу. Я молился, плакал, а она сказала, что толку, блин. Что толку? Это как моя мама говорит, что толку. Она, моя мама вот, то же самое. Я вот сталкиваюсь, вот представь, вот все, что говорит моя мама, все это говорят мне прохожие. И меня ранит то, что говорят прохожие. То, что мама говорит, я уже привык. Или бабушка. Как бы мне привыкнуть к тому, что говорят прохожие. Вот они, девчонки. Но им не нужны парни, они идут своим путем. Смотри, какой ужасный дом. Какой ужасный дом. Дай мне, пожалуйста, это бабскую фигню. Точнее, богининесс. Посмотри, что мы там нафотали. Где нафотали? На телефоне. А я сейчас снимаю адреса. Видео. Адреса. А, адреса? Давай ты посмотришь. Вау.